к акции присоединился и Анапский археологический музей. Зимой здесь немноголюдно, но активные пользователи соцсетей не упускают возможности лишний раз заселфиться. Впрочем, и сам музей активно использует информационные технологии. Анапский археологический музей в течение нескольких лет очень широко использует социальные сети в своей работе. Постоянно люди, наши гости, фотографируются в музее, выкладывают свои фото, после чего с помощью тех же самых хэштегов мы находим эти фотографии и публикуем у себя в Инстаграме, ВКонтакте, на Фейсбуке. И наше количество подписчиков с каждым годом увеличивается, растет. Акция проходит четвертый год подряд и с каждым разом набирает популярность. Ее суть заключается в следующем. Нужно сделать селфи с музейным экспонатом или на его фоне, выложить фото в сеть, сопровождая хэштегом «Museum Selfie» или по-русски «Селфи в музее». Также можно отметить тегом и сам музей, в котором сделано фото. Цель акции – популяризация культурного наследия в современном информационном пространстве.